Технические вопросы. Ну, у нас там на маршала Жукова бьет уже четвертый день вода. Внутриквартальная дорога превратилась в последствия ледникового периода. Мы приехали в управление водоканала узнать, потому что из местных никто не может ничего сказать. А то есть у вас никакого заявления не писали, да? Вход сотрудников водоканала строго по пропускам. Мы очень хотим спросить, куда нам идти наконец-то. Но некого. Никого нет. Идем сами. А что это происходит? Здравствуйте. Журналист Национального информагентства Алексей Кусов. Очень приятно. Да, я вас слушаю. Ну, причем директора, но его, видимо, нет. Да, она везде. По адресу маршала Жукова 14 уже четвертый день бьет подземный источник. Тепловая сеть говорит, что это водоканал. Водоканал нас отправил к вам. И вот мы пришли. Дело в том, что там местные жители обратились к нам, потому что там уже уничтожена просто квартальная дорога, внутриквартальная. Там последствия ледникового периода наступили. Вот. Мы съездили, посмотрели, все засняли. И вот теперь мы пришли спросить, а таки ли это будет продолжаться. Добрый день, Владимир Николаевич. Алексей Кусов, Национальное информагентство. А скажите, пожалуйста, к нам обратились местные жители с адреса маршала Жукова 14. У них уже четвертый день из-под земли бьет вода. А это Калинтоновский район. Да, и там уже внутриквартальная дорога уничтожена. Она превратилась... Да. Да. Слободской. Да, я не вешаю трубку. Нет, к сожалению, возможности включить громкую связь. Я так понимаю, что сейчас на другом телефоне директора начальник участка, и он выясняет ситуацию. Попросил не прерывать звонок. Да, Владимир Николаевич. Еще скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, вот там, я понял, вы уберете, то есть внутриквартальная дорога будет? Угу. Хорошо, спасибо большое, Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, директор, пообещал, что сегодня в 17:00 начнутся восстановительные работы. Внутриквартальная дорога будет очищена к завтрашнему дню. Вода будет перекрыта. Местных жителей предупреждают о том, что необходимо набрать запас воды, так как ремонт может быть длительным. Трудно поверить, что еще буквально 3 дня назад по этим дорогам нельзя было ни пройти, ни проехать. А все из-за маленького гейзера, который начал бить во время первого большого снегопада в нашем городе. Благодаря оперативной работе коммунального предприятия, директором которого является Владлен Николаевич, течь была устранена, дорога была очищена, как и обещал директор. От лица местных жителей выносим благодарность за оперативность, скорость и, главное, сдержанное слово.